Вот вы лежите. Это будет amazing снова. Amazing. То есть что, amazing. И вот так вот встали и пошли. Все. Вот и все, ребята. Вот это трэш. Серьезно, вот это трэш. Как такое может допустить игра и до сих пор не банить ублюдков? Я честно не понимаю. Честно не знаю. I'm sorry, sorry. Psych. Чё, хочешь битьё? На, держи! Держу. Купи телевизор BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Всем снова привет, дорогие друзья! С вами снова, как всегда, я Жабка, вы на моем канале, и давненько не было чит-патруля. Не было тех вот этих ублюдков, вот у меня есть вот эта штука, вот так вот ее стукать надо, короче. Ребят, не было ублюдков, которых нужно наказать. На самом деле они были, но я что-то как-то, ну вы поняли. Ну короче, я здесь, и я с вами, и давайте накажем этих ублюдков, и первый из них, знаете, что будет делать? Вы смотрите, что он делает, и пока вы смотрите, ребят, давайте все дружно прожмем лайки, ну почему вы не ставите лайки? Почему вы не ставите лайки? Вот это обидно. Смотрите, что делает пацан. Вот пацан делает лайки. Вот пацан делает лайки. Смотрите, как нужно делать лайки. Легко. Челик стреляет. Куда-то стреляет, непонятно, куда стреляет. Зато вот так вот телепортируется, вот так вот всех убивает. Хотите еще раз? Давайте еще раз. Смотрите. Смотрите, нормально. Годно. Офигенно. Круто. Потрясающе. Вот это трэш. Серьезно, вот это трэш. Как такое может допустить игра и до сих пор не банить ублюдков? Я честно не понимаю, честно не знаю. Но до сих пор такие ребята есть. Что у него есть? Костюм с рейтинга, маска крикуна или как чья-то вот эта вот маска. Скин на спас я как минимум вижу, да? То есть, в принципе, скинчики тоже есть, все основное есть. Жаль, что рюкзака, по идее, нету, я так понимаю. Но что-то есть, чего-то нету. И плюс он еще и мастер, ребят, чтобы вы понимали. Вот. Ну, ребят, вы сами все видели. Тут как бы еще эмоция есть. Класс, здорово. Парню пофигу, вот реально, парню пофигу. Просто телепортируется и уничтожает тех. Вот такие вот читеры у нас бывают. Ребят. Он отправляется в бан, айдишник вы его увидите, можете ему передать привет, либо он уже забанен. Погнали дальше к следующему читаку. Let's go наказывать. Если вы согласны, что надо их наказывать, ставьте лайки быстро. Потому что вы не ставите лайки, обидно. Погнали. Ну а следующий у нас чувачок Ромео, увидите его, айтишничек, костюм динозаврика синенький, неплохо, эмочка буя, МП-40 нет, синенький рюкзачок, все, собственно, нормально, стандартненько, прикольненько. Что, собственно, тут происходит? Во-первых, происходит тут вот этот вот момент, сейчас я вам покажу. Смотрите, как он сделает сейчас очень много киллов. Где он? Вот он сейчас поднимется, смотрите. Учитесь делать много киллов. Оттяжка хаджи, конфигурейшн перфекта, экстатансион. Вот сейчас это все будет вместе взято. Видите, как нужно уничтожать всех. Но вы же скажете, да Вань, ты шо ты, это бах, короче, да ты шо, забей бань, да ты шо. Я вам скажу, не шо, а вот не шо. Давайте здесь вот будет мувик сейчас. Крутой мувик, сейчас он будет попадать по головам. Ну вот вы уже увидели, то, что он в голову попал. Ладно, ну типа на ходу. Опа, стреляет, что-то не попадает. И потом резко такой пам-пам-пам, тоже опять в голову попал. Ну, немножко странновато, но типа, ну окей. Ну, ребят, ну типа, парень умеет зажимать М14. Зажимать прям по головам, чисто давать. Почему нет? Почему нет? Крутой парень, хорошо играет. Почему нет? Давайте чуть ускоримся. Здесь у нас уже... Он сделал 8 киллов, да, или 9? 9, 8, 7, 8, вот. 8 и 9 должен быть. Да, 9 киллов у него есть. Сейчас еще мувик покажу. Смотрите, приколю. Сидит он здесь такой, целится. Смотрите, что сейчас будет. Кого-то уже положил. А сейчас еще кое-что будет, смотрите. Вот это будет магия. Вот это будет красиво. Вот это, вот так и нужно играть. Ребят, вот это Free Fire, вот это и есть Free Fire. Видали, как нужно? Видали, как нужно? Вы скажете, опять это баг, ну блин, лагает, брат. Ребят, такого не бывает. Чисто в голову, когда чувак стреляет постоянно.
Даже трэшер не может чисто постоянно гол. У него хотя бы хоть один выстрел будет тело. Если он нормально стреляет, пацанам. Ну, в голову, да, попадает. Но, блин, вот этот чел просто по головам дает. И вот эти вот мувы, это вообще капец, это не дело. Айдишник, вы его видите, ребят. Передавайте ему привет от меня. Ну, а, собственно, мы погнали дальше к следующему читаку. Ребят, с вас, как всегда, лайкосы и подписочка. Погнали. Ну, у нас тут лайкер. Давайте обратно. Стоит он такой, стоит парень. А то я чуть-чуть спойлернул. Короче, лайкер Pain Gaming. Все нормально, у него классно. Дайвер телепортировался, в голову попал. По 300 хп, все, пока, до свидания. Я думаю, тут больше нечего говорить. Типа, лол. Ну, ребят, вы сами все видите. Чувак просто телепортировался наверх. Просто постоял, телепортнулся. Постоял. Сейчас такие, смотрите, как магию нужно делать. Смотрите, смотрите-ка, молодые! Стоит, ну, давай, еще, давай чуть-чуть, давай подожми, и, ну, ты будешь что-то делать? Вот так вот и нужно, пам, и там последнего еще надо добить, пам. Что он косой какой-то на самом деле, ну, вот такой вот у нас лайкер. Ребят, рюкзак рейтинга есть, шлем рейтинга есть, причем старые. Окей, костюмчик есть, хэллоуинский, вот этот костлявый. Есть скар водяной или какое-то. Ну, в принципе, все есть, почему нет? Но вот такой вот у нас чел. Вот такой вот чел, вот с такими вот плюшками, которые в голову еще попадают. Неплохо, да? Хотя недавно был вроде хреново попадал. Видит там чуваков, вот, просто расстреляет, убивает. Вот такие вот читаки, вот такие читаки. Ребят, объясните мне, пожалуйста, ну серьезно. Читаки, нахера вы пользуетесь читами в мобильной игре, во Free Fire? По Free Fire, ну серьезно, ребят, это же глупо, это тупо, это реально тупо. В чем прикол? Вот это вам весело, что вы от этого получаете? Вас все равно забанят. Погнали к следующему. Айтишнику его видите, передавайте привет ему. Погнали. Так, ну что ж, ребят, вы думаете, это все у нас тут Алок лежит? Алок, вот это сочный аккаунт, вот это вот сочно. Ой, нифига себе, у меня хрустит. Сочно, просто мега сочно. Есть паучий фама, самый крутой, самый вообще максимальный. Есть дробаш, есть пропуск драконий. Верх это, по-моему, с ивента летнего, не помню, субнитинь, что типа такого. Вот, все есть, классно, здорово, лежит наверху, наверное, убил там кого-то. Им это выпало, этот дробовик, там все это выпало. Не может же он тут сразу быть со всем этим. Нет, ребят, может, почему это может так быть? Ребят, сейчас все узнаете, Но у чела так-то он затарен, ну, реально классненько. Ой, чуть-чуть спойлернул, ребят, чуть-чуть спойлернул. Смотрите, как надо все это делать. Все очень легко. Вот вы лежите. Это будет amazing снова. Amazing. Еще раз. Amazing. И вот так вот встали. И пошли. Все. Вот и все, ребят. Больше ничего не надо. Больше вообще ничего не надо. Чувачок просто вниз телепортировался. Да нормально. Есть же. Ау. Есть рюкзак драконий. Все прикольно у него. 5 киллов. Где он сделал тут килл? Давайте-ка посмотрим. Оп. По голове дал. Ну, убил. Ну, в принципе, нормальный килл. О, кстати, и XM8 есть. А, и поринг. Самое главное, и поринг есть еще, ребят. И эмоция крутая. Конечно же, еще и эмоция крутая. В общем, такие штуки у него есть. И еще одна эмоция ковбойская. О, и еще одна эмоция. Ребят, ну вот это вот завоз. Вот это завоз лайков. Вот это нужно сначала ставить. Это вот все эмоции вот этого чувака. Давайте в бан. Просто в бан. Ты в бан. Вот он в бан, ребят. Ну, тут больше нечего, в принципе, обсуждать. У него граник, у него даже скин на гранике есть, ребят. Даже скин на гранике, понимаете? Ну, ребят, тут, в принципе, нечего больше говорить. Типа, лол, камон. Тут реально больше нечего говорить. Сейчас еще в голову даст. Пам, ну да. Красава, красава. Отправляется в бан. Обидно за Поринга. А за Поринга вообще обидно. Айдишник его вы также видите. И давайте ему скажем привет от Жабки. Удачи тебе. Ну, а, ребят, на этом, в принципе, все. Сегодняшние читеры у нас закончились. И чувачок, ну, это вообще очень наглый чувачок, ребят. Даже сковородка с драконьего. Вот. Всем спасибо за просмотр. Присылайте мне на почту ссылочки с Ютуба. Обязательно таких вот чуваков побольше снимайте, которые именно играют либо в сговоре, либо в читами. И особенно, если он будет донатер. Потому что, если донатер, то прям самое сочное. Еще стеночку он потерял. Какой же он тупой. Всем пока.